Сейчас в народном самодеятельном коллективе цирка «Комплимент» занимается 30 мальчишек и девчонок. Мы заглянули на занятия старшей группы. В самом начале циркового пути ребята занимаются акробатикой, а позже каждый выбирает направление, в котором хочет совершенствоваться и достичь высот. Мальчишки все увлеклись жонглированием, поэтому жонглирование у нас получается приоритетным направлением. Девочки больше занимаются воздушной гимнастикой, акробатикой, с хулахупами. Единственное, из-за того, что у нас нет спортзала, у нас вот эта групповая акробатика и акробатика, которая прыжковая, у нас страдает. Юные циркачи являются постоянными участниками международных и всероссийских фестивалей и конкурсов. Только за последнее время артисты получили несколько гран-при и дипломов первой степени. В числе лауреатов Диана Нестеренко. Я готовила новый номер к этим к обоим конкурсам. И больше всего мне запомнилась подготовка, потому что это усилия вложенные и долгий упорный труд. Плюс это выбор новых трюков, что всегда интересно, потому что можно попробовать новые движения, узнать, на что ты способен. Диана занимается уже 8 лет, хочет развиваться именно в акробатике и даже планирует поступать в цирковое училище. Она уже активно участвует в конкурсах и мечтает стать настоящей звездой цирка. Для того, чтобы достичь таких результатов, нельзя ограничиваться тренировками и нужно регулярно заниматься дома. Как, например, Полина, которая попала в кружок по счастливому стечению обстоятельств. У меня одноклассница туда ходила, мы решили пойти вместе. Но ей не очень зашло, она постоянно уходит, она все бросает, и я осталась, мне понравилось. Полина занимается 4 года, особое внимание уделяет эквилибристике. Сейчас ее достижение – это 6 колец, но на этом она не планирует останавливаться, ее цель – 10 хулахупов. Впереди выступление коллектива на большой сцене Кировки, которое должно состояться этой весной. Это будет цирковое представление, будет называться «Планета цирк». Это будет чисто цирковое такое шоу, где будут показаны все жанры, которыми занимаются дети в нашем коллективе. И дети покажут свои достижения. Впереди у юных цирковых артистов еще множество представлений и конкурсов. Кто-то из них свяжет с цирком свою судьбу, а для кого-то это останется увлекательным и полезным хобби. Илья Курлучан, Павел Третьяков, ТВ-21.